Республикасы президентінің тапсырмасына сәйкес бүгіннен бастап тұңғыш рет тұрақты негізінде әрбір жұма сайын орталық коммуникациялар қызметінің алаңында облыстардың Астана мен Алматы қалаларының әкімдерінің арнайы баспасөз мәслихаттары өткізілетін болады. Баспасөз мәслихаттарының басты мақсаты қоғам және бұқаралық ақпарат құралдарының мемлекеттік өңірлік саясаты мен облыстардың даму жөніндегі ақпаратпен кеңінен қамтамасыз ету. Осының арқасында әрбір әкім елде жүзеге асырылып жатқан мемлекеттік бағдарламалар, аймақтардың әлеуметтік экономикалық даму туралы ақпараттарды хабарлап, сұрақтарға жауап беруге дайын. Өңірлер басшыларына сұрақтар қойып, барлықтарыңызды белсенді қатысуға шақырамын. Бүгінгі баспасөз мәслихатына Шығыс Қазақстан облысының әкімі Бердібек Мажбекұлы Сапарбаев қатысып отыр. Уважаемые коллеги, сегодняшний день в соответствии с поручением главы государства мы начинаем цикл пресс-конференции акимов областей, городов Астана и Алматы по вопросам социально-экономического развития регионов. Данные мероприятия будут проводиться еженедельно на площадке службы центральных коммуникаций. Как вы знаете, по поручению президента страны сегодня проводится огромная работа по развитию регионов. Для этого приняты ряд государственных программ. Это такие программы, как по развитию регионов, по развитию моногородов, по модернизации ЖКХ, госпрограммы по здравоохранению, по образованию, по развитию бизнеса, поддержки занятости, а также много других. Для этого ежегодно по поручению главы государства выделяются многомиллиардные средства на их финансирование. В этом году были приняты законы по развитию местного самоуправления и децентрализации. Впервые проведены выборы сельских акимов. На сельский уровень дополнительно передано почти 5000 штатных единиц. Расширены полномочия маслихатов и сельских акимов. Поэтому задача наших пресс-конференций – сформировать единую информационную картину развития регионов страны, повысить информированность общества о региональной политике государства, рассказать населению об итогах реализуемых в регионах программ развития, а также повысить ответственность региональных руководителей перед населением за результаты своей работы. Первая серия выступлений пройдет с 6 сентября по 27 декабря текущего года. За этот период перед вами выступят все 16 акимов. И после этого дальше будут эти циклы продолжены. И в среднем у нас получается, что каждый аким будет приходить сюда на площадку службы центральных коммуникаций примерно один раз в 4 месяца. И мы надеемся, что это станет хорошей такой доброй традицией, и журналисты, и общество будут всегда получать такую хорошую информацию с первых уст о том, что проводится в регионах. Учитывая, что такие выступления проводятся впервые, они будут насыщены, я думаю, очень содержательной информацией, поэтому я хотел бы призвать уважаемых журналистов принять активное участие, задавать вопросы акимам для того, чтобы мы могли информировать наше общество о том, что было сделано и что планируется сделать на предстоящий определенный период. Поэтому я не буду долго занимать ваше время и хотел бы предоставить слово акиму Восточно-Казахстанской области Сапарбаеву Бердбек Мажбековичу. И хотел бы сказать, что следующая пресс-конференция пройдет 13 сентября этого года с участием акима Акмолинской области. Мәслихатына қатысушылар, доброе утро, уважаемые участники
пресс-конференции мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес экономиканы дамыту арқылы біз халықтың тұрмысын әл-ауқатын жағдайын жақсартуға жұмыс істеп жатырмыз. Оған негізгі көмек мемлекет басшысының өкіметтің қолдауы, елімізде қабылданған мемлекеттік бағдарламалар, жалпы өздеріңіз жақсы білесіздер, Шығыс Қазақстан облысының экономикасы негізінен өндіріске байланысты, ауыл шаруашылығына, құрылысқа және шағын орта бизнеске. Осы салаларды дамыту арқылы мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес экономиканың даму қарқы былтырғы жылдан төмен болмау мақсатында былтырғы жылы 2011 жылменен салыстырғанда облыста экономиканың дамуы 7% көлемінде болды. Биылғы бірінші жартыжылдықта бұл көрсеткіш 6.5%. Қолдауының арқасында өндіріс, өздеріңіз білесіздер, елімізде индустриялық, инновациялық бағдарлама жүзеге асып жатыр. Тек қана біздің облыста қазіргі таңда 53 мыңға жуық өндіріс көлемі 2 миллиардтан астам салық. Сіздер жаңа төменде біздің көрсеткен көрмеде өздеріңіз көрдіңіздер. Қалған 4 жоба 50%-ға дейін, 4 жоба 20%-ға дейін. Төртеуі жылдың аяғына дейін іске қосылады. Біздің ойымызша биыл біз қосымша тағы да 15 миллиардтай өнім аламыз. Қосымша мыңға жуық жұмыс орындары ашылады. Қосымша бюджетке қаржы түседі. Одан кейінгі бір үлкен бір мемлекеттің көмегімен атқарылып отқан жұмыс ол мынау кәсіпкерлерге өндіріс басшыларына көмек жасау. Өздеріңіз білесіздер, мемлекет негізінен берілетін несиелерді төмендету, екіншіден оларға қосымша инфрақұрылымдар құру. Бұл жұмыс биылғы жылда өзінің жалғасын табады. Қазіргі таңның өзінде біз 2 миллиард 900 миллионды қаржалып отырмыз. Бұл тағы да бізде жаңа кәсіпорындардың жаңа шағын және орта бизнестің дамуына өзінің көмегін көрсетеді. Многие думают, что экономика Восточно-Казахстанской области в основном делаем все для того, чтобы все основные социально-экономические показатели были выше, чем были в прошлом году. Аналогично то же самое по сельскому хозяйству.
Мы особенно по животноводству, по многим показателям занимаем один из лидирующих положений в области. Это нас обеспечивает в первую очередь местными продуктами и, конечно, не допустить... неиспользуемых земельных площадей, увеличивает пассивные площади не менее 5 центнеров. И вот и стараемся увеличивать урожайность путем внедрения новой технологии, влагосберегающей технологии. И в результате мы в этом году планируем получить не менее 17 центнеров из гектара. Кроме того, мы занимаемся по отношению изменения структуры пассивных, снижения тех культур, которые отрицательно влияют на почву. Вы хорошо знаете, какое плодородие в Восточно-Казахстанской области, поэтому мы это должны максимально использовать и максимально сохранить. Мы в основном и занимаемся техническими культурами, это подсолнух, это гречиха, это горох, соя и так далее. Мы почти половина населения Казахстана обеспечиваем вот продукцией технических культур. Есть поручение президента по отношению максимального использования возможности таможенного то есть местного бюджета где-то 260 миллионов. Сабага, который дает улучшение качества и племенного скота в нашей области. Что касается переработки сельхозпродукции, здесь в таблице указано, сколько мы открыли молочно-товарных ферм, цехов по переработке сельхозпродукции, я повторять не буду. На өздеріңіз білесіздер, осыдан бір жарым ғасыр бұрын, бұрынғы қархалалар өңірінде қоянды деген мал жәрменкесі өткен болатын. Сол кезде де біздің қазақтар на малды экспортқа сатумен айналысқан. Біз осыны жалғастыру, жаңа айтты мемлекет басшысының тапсырмасын орындау мақсатында осы жақында Шыңғыстау мал жәрменкесін өткіздік. Ол жәрменкеге көрші Ресей, Моңғолия, өзіміздің 9 облыстан ауыл шаруашылық қызметкерлерін шақырдық. Ондағы мақсатымыз малдың өнімдерін жақсы бағаменен әсіресе мынау көршіге сату. Осы жәрменке кезінде 100-ден астам келісім шартқа қол қойылды. Соның нәтижесінде біз болашақта ең кем дегенде 140-150 мың малды сатамыз. Ал сол жәрменкеде 1 миллиардтай теңгеге біз мал саттық. Жалпы ауыл шаруашылығы біз үшін керек, мен жаңа айтып кеттім, ең негізгісі халықты арзан тамақпенен қамтамасыз ету. Келесі мәселе мынау шағын және орта бизнесті дамыту. Өздеріңіз жақсы білесіздер, елбасының берген тапсырмасы бар, жұмыс істейтін халықтың ең кем дегенде 30% осы салада жұмыс істеу керек деген. Қазір біздің облыста бұл салада 31% халық жұмыс істейді, беретін өнімнің 26% осы салада өндіріледі. Біздің енді жасап атқан жұмысымыз ең негізгісі осы кәсіпкерлерге жағдай жасау. Вы политика у нашего государства и президента знаете, это создать максимальные условия, возможности и снижение различных барьеров для развития малого и среднего бизнеса. Поставлена задача доля работников малого и среднего бизнеса в экономическом активном населении составляла не менее 30%. Вы из слайда видите, этот процент на сегодняшний день достигнут, но мы работаем дальше. Наша область является
пилотным проектом по отношению снижения барьеров совместно с Министерством транспорта, Атамекен, партии Нур-Отан. В результате только за этот год ликвидированы или там сокращены ненужных 17 разрешений, и сроки оформления документов от месяца до 10 дней. Эта работа будет продолжена, тем более недавно президент на открытии парламента, совместное заседание парламента, дал поручение о разработке кодекса. Центров, которые дают много для бизнесменов, чтобы получить побольше информации. Самый главный недостаток бизнесменов на сегодняшний день – нехватка информации по отношению использования возможностей государства, по отношению реализации государственных программ. Привлекалось за счет частных. Вы здесь в таблице видите, где-то 60% всей привлекаемой инвестиции в основном за счет частных. И, конечно, иностранные инвестиции, которые составляют около 20%. Вы знаете, что основные крупные предприятия находятся на территории Восточной Казахстанской области с участием иностранного капитала. И вот это форумы, различные встречи мы проводим для того, чтобы показать свою область, нашу возможность для того, чтобы привлечь инвестиции. Что касается внешнеторговой деятельности, на основании этого мы ежегодно увеличиваем нашу внешнеторговой деятельности. Самое главное, здесь должно быть положительное сальдо. Ну, то есть экспорт должен превышать импорт. У нас положительное сальдо, вы здесь видите, примерно где-то около 800 миллионов долларов. Кроме того, выполняя поручение президента, тем более мы приграничный регион, у нас соседи Россия, с ними должны работать по отношению расширения наших торговых связей. Только за этот период около миллиардов долларов внешнеторговой входит именно в долю России и плюс Белоруссии. Но, конечно, здесь, что касается внутренней торговли, здесь тоже мы стараемся, чтобы наш торговый баланс был положительным. И самый главный вопрос здесь в развитии торговли – это не допустить необоснованного роста инфляции по основным видам продуктов питания. На это все время обращает и президент, и правительство. По итогам 8 месяцев инфляция по нашей области составляет 102,4%. Это намного ниже, чем было в прошлом году, и общереспубликанского показателя. Мы проводим постоянно, еженедельно, как везде, ярмарки, создали социальные отделы, и, конечно, нам очень много помогает стабилизационный фонд. Мы туда выделяем свои деньги, примерно объем этого фонда составляет около 1,5 миллиардов тенге. Нами президент страны – это обеспечение занятости населения, максимальное снижение безработицы. В этом очень хорошо помогает дорожная карта. Она работает с 2009 года. И вот за эти три года в результате реализации этой программы мы только в нашей области создали дополнительно около свыше 30 тысяч рабочих мест. Мы эту работу дальше продолжаем. Кроме того, для сведения журналистов могу сказать, что мы эту программу продолжили. Кроме республиканских средств, из своих местного бюджета ежегодно выделяем около 4 миллиардов тенге. Мы понимаем, ну, в первую очередь, конечно, задача этой программы – развитие сельского бизнеса и, конечно, развитие отдаленных сельских населенных пунктов. Өздерің жақсы білесіздер, бұл бағдарлама әсіресе алыстағы жатқан ауылдардың экономикасын, мәдениетін, тұрмысын жақсартуға өзінің үлкен көмегін тиеді.
соны біз ескере келе өзіміздің бюджеттен жаңағыдай қаржы беріп отырмыз. Осының арқасында деп айтуға болады, егер 2010 жылы жұмыссыздардың саны 5-7% болатын болса, қазір 5-1%. Біз өзіміздің алдымызға мақсат қойдық, 2015 жылы осы көрсеткішті 4%-дан асырмаймыз деп. Одан кейін мынау нашар тұратын семьяларында біз санын азайтуымыз керек. Оның санын біз қазір 20%-ға азайттық, и олардың саны қазір 25 мың адамды, біз олар қарай жұмыс жасаймыз. У нас составлена карта занятости, где мы регулярном режиме делаем мониторинг по отношению рынка труда, где каких специалистов не хватает, где люди там безработные, работает в сайте нашего управления занятости координации. Кроме того, согласно поручению президента, мы создали электронную биржу труда молодежи. И вот вам там внизу показали, за этот 8 месяцев, благодаря этой бирже, трудоустроено около 1682 человека, и в том числе представители других областей, Акмолинской, там Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областей. И кроме того, есть пункт общественного доступа, ну, то есть создаем все условия и возможности, чтобы каждый безработный имел возможность через средства массовой информации получить данные, где есть вакантные рабочие места. И, конечно, самый главный вопрос, о котором все время говорит президент, нам надо определить потребность кадров. Я же говорил, много у нас программ, много мы строим предприятий, но мы еще должны думать, завтра кто там будет работать, какие специальности нужны. Поэтому мы сделали программу потребности кадров на 5 лет, потом на 10 лет. Внизу вам тоже показали, мы по этой программе работаем. И самое главное, формирование этой программы работает работодатели. Президент говорит все правильно. Вся подготовка кадров должна быть на договорной основе. То есть должны участвовать сами работодатели, то есть хозяева этих предприятий, потому что они знают, какие им нужны специалисты. Такие специалисты должны готовить, конечно, наши учебные заведения. Одной из программ, разработанных государством, это называется программа «Махплах», то есть обеспечение населения области чистой питьевой водой. Этот показатель в целом у нас неплохо, 82%, но у нас есть проблемы по отношению обеспечения жителей отдаленных сельских населенных пунктов. Над этим мы работаем, здесь сколько денег и так далее, я повторять не буду. Но поставлена задача, чтобы также в 2015 году 90% населения мы должны обеспечить, в том числе и сельские, чистой питьевой водой. Что касается развития жилья, жилищного строительства, вы хорошо знаете, что строительство является локомотивом экономики. Поэтому мы должны максимально использовать программы, которые идут по линии республики, и наши, и, конечно, наши финансовые источники, не только бюджетные средства, и коммерческое жилье. Мы ежегодно где-то примерно 240-250 тысяч квадратных метров жилья строим. Эта работа будет дальше продолжена. Спасибо президенту, правительству, что на основании программы «Занятость населения» сейчас строятся общежития, которые будут выдаваться в первую очередь для врачей, учителей, детей-сирот и молодежи. То есть это тоже один из путей решения вопроса обеспечения кадрами. Конечно, мы уделяем большое внимание социальной сфере, потому что это наша основа. От этого зависит настроение жителей области и, конечно, образование. 60% бюджета составляет образование. Конечно, здесь самый главный вопрос – это качество образования. Качество образования на сегодняшний день определяется результатом единого национального тестирования. Я здесь хвалиться не могу. Мы приняли соответствующие меры, соответствующих людей наказали, начиная с директоров школы и начальников управления, над этим мы работаем. И, конечно, это участие наших детей в олимпиадах, международных. Процентов это решается путем, в первую очередь, строительства новых детских дошкольных учреждений, возврата бывших приватизированных объектов и, конечно,
аварийных школ. К великому сожалению, в нашей области на сегодняшний день имеется 47 аварийных школ, но мы только в этом году строим 41 объект образования, из них 30 это место аварийных школ. Мы перед собой поставили задачу к следующему году, то есть к 2015 году, все аварийные школы будут ликвидированы. Все эти аварийные школы в основном строятся за счет местного бюджета. И следующий выход – это оптимизация школ. Вы тоже знаете, особенно в наших крупных городах, Семей, Ускемен, Риддер, Зриан, есть школы, где половина здания пустует, поэтому мы пошли по этому пути, делаем оптимизацию, то есть находим новые здания. Я уже по отношению профтехобразования говорил, но здесь, опять же, мы должны внедрять новые технологии, новые методы обучения, которые сейчас существуют в развитых странах мира, особенно Европы. Это вот та система, о которой все время мы говорим, это дуальная система образования. Здесь мы являемся пилотом, по отношению профессионально-технического образования. Вы там внизу видели, мы будем работать дальше. Самый главный вопрос, мы должны обеспечить кадрами строящиеся наши объекты. И один из главных вопросов, это, конечно, проблема детей-сирот. К сожалению, в области сейчас около 2000 детей-сирот. Проблема детей-сирот – это трудоустройство, это квартира. И сейчас для решения этого вопроса мы дали задание, попросили всех предприятий, организаций, учреждений, независимо от форм собственности, чтобы они взяли хотя бы по одному сирот. И вот вам внизу показали, здесь показано, сколько детей мы сегодня уже закрепили. Это первое, это делается для того, чтобы уже дети, находясь в учебном заведении, работали в тех предприятиях, за кем они закреплены, чтобы завтра они могли уже трудоустроиться там же. Для того, чтобы решить вопрос обеспечения жильем, мы заключили трехсторонний Жилстройбанк берет на себя обязательства, независимо от суммы этого капитала, он дает дальше деньги или там кредит для того, чтобы этот ребенок получил жилье. Мы работаем над тем, чтобы сохранить здоровье наших детей. Президент давал нам поручение, что основным брендом Восточного Казахстана является мед. Бесплатно ежедневно 15 или там 10 грамм меда и 100 грамм молока. Мы вот по поручению президента 3 года тому назад эту программу начали. Сейчас мы всех детей обеспечиваем, от зависимости, конечно, здоровья, бесплатно медом. В этом году по инициативе руководителей наших крестьянских хозяйств начали обеспечить бесплатным молоком. Эта работа будет продолжена. Еще один вопрос, это по отношению воспитания и новых методов. Мы у наших молодежи лидерские качества. На сегодняшний день такие центры созданы 22 во всех районных городах. Это работа совместно с Центром поддержки культуры президента будет продолжена. Ну, по отношению молодежи я уже сказал. Конечно, самый главный вопрос – это здоровье людей. Есть государственная программа «Саламатты Казахстан». Мы над этим работаем. В результате на сегодняшний день у нас есть снижение смертности, заболеваемости, рост. Наконец-то впервые за последние несколько лет у нас в ВКО идет рост рождаемости. Это все благодаря по отношению строительства новых объектов, по отношению внедрения новой технологии, новых методов лечения и, конечно, нового.
Недавно мы открыли филиал Семейского государственного медицинского университета в Искамене. Мы надеемся, что в ближайшее время этот вопрос тоже мы решим. Для того, чтобы было удобно жителям отдаленных населенных пунктов, мы открыли 3 филиала нашего областного диагностического центра. Это дает тоже нам... зависит от спорта, особенно массового спорта. Вы знаете, что президентом дано поручение, не менее 30% населения должны заниматься массовым спортом. На сегодняшний день у нас этот показатель составляет 22%. Мы дальше работаем путем открытия новых спортивных сооружений. Вот здесь видно, мы только в последнее время открыли 135 спортивных сооружений. День независимости Казахстана мы открыли дополнительно 30 новых хоккейных коробок. На сегодняшний день в области существует 100... У нас планы. Что касается футбола, знаете, что в этом году отмечается столетие футбола. Мы взяли на себя обязательство дополнительно существующим спортивным сооружениям построить 100 футбольных полей. Енді өздеріңіз білесіздер, қазақтар осыдан 100 жыл бұрында футбол ойнаған, сондықтан біз қазір футбол... жобалар іске қосылады. Соның нәтижесінде қосымша 4000-5000 жаңа жұмыс орны ашылады. Оны мына өздеріңіз көріп отырсыздар, қандай салада қалай екендігін. В отношении финансирования опорных сел. Здесь мы, вот здесь вы видите, 10 миллиардов, могут быть возникнуть вопросы, откуда 10 миллиардов. Из них 5 миллиардов бюджетные деньги, 5 миллиардов деньги это спонсор. Вот какие объекты. Здесь в следующем слайде указаны, эта программа очень хорошая программа для развития и поддержки наших особенно отдаленных населенных пунктов. Следующее, что касается программы моногородов, здесь у нас включены 4 города, здесь она указана, ежегодно выделяются деньги, в прошлом году были выделены 430 миллионов тенге, в этом году где-то 1 800 000 000. В результате только в прошлом году мы создали дополнительно около 800 рабочих мест. Открывается новое предприятие, так называемый якорный проект. Это в основном в области производства строительных материалов, переработка отходов, особенно это в городах Риддер, Зырянск и так далее. Эта работа будет продолжена. Это очень хорошая поддержка для таких городов. Премьер-министра между Павлодар, Караганда, Алмата и нашей области. В результате заключено 40 меморандумов на сумму около 16 миллиардов. Мы считаем, что это поможет... увеличит экспорт, уменьшит импорт. И есть еще одна программа. Барға қарап, өссін деген.
ол енді өзінің нәтижесін беріп атыр. Соның арқасында біз біраз әлеуметтік мәселелер шешіп атырмыз. Работаем с нашими крупными предприятиями, ежегодно примерно около 5 миллиардов тенге. Общественно-политическая ситуация нормальна, с преступности совместно с общественностью работаем, создали ДНД, САРБАЗы, все это дает. Осы баспасөз мәслихатын басында хотел бы сказать пару слов. Также это первый случай, когда мы приглашаем руководителя регионов нашей страны, что шире получить информацию. Я бы также хотел поблагодарить представителей дипломатического корпуса. Я так понимаю, вы прибыли с посольства Германии. Также у нас по видеоконференц-связи средства массовой информации с каждой областей. Я так думаю, что с вашей области также будут вопросы. Поэтому один вопрос. Представляемся. По принципу один вопрос, один журналист. Хорошо? Трухачев, Первый канал Евразия, программа «Аналитика». Бердыбек Мажвеевич, нам очень много на сайт пишут зрители, письма, в основном это жалобы, вот как-то благодарности особо нет, но вот тем не менее, что имеем, то имеем. Вот нам в частности написали жители города Серебрянска, они утверждают, что их вынуждают заплатить за 3 года якобы долги, которые начислили теплоподающая организация города, вот, но люди говорят, что тепла этого не получали. Вот, например, просто выдержки. Тепла в квартирах не было, но вы нам заплатите. Жители Серебрянска возмущены поведением теплоэнергетиков и местных властей. Предприятие теплоэнергетики «Бухтарма» и «Инфрасервис» требуют от жителей оплатить огромные деньги за услуги, которые они не получали. На фоне повальной безработицы, обнищания людей, банкротства грандиозного предприятия «Серебрянский завод неорганических производств» в городе растет социальная напряженность. Зачем платить за холодный воздух? Ну и так далее. И значит, вот последнее. Коммунальщики нашли управу, они стали подавать судебные иски о взыскании долгов. Бердыбек Мажбекович, мы передадим это письмо вам. Хорошо. Со всеми подробностями. Хорошо. И что за ситуация в городе? Мы знаем, хорошо, давно не решается. Хорошо, хорошо, Александр. Этот вопрос я хорошо знаю. Буквально недавно я там был, в Серебрянске. Встречался с жителями этого города. Что касается задолженности, здесь создана рабочая группа, которая разбирается. Если подавали тепло и есть задолженность, платить надо. Если программу моногородов. Второе, по дорожной карте они получают дополнительные финансовые средства для того, чтобы открыть рабочие места. И третий, самый главный, вот о заводе. Эва. Уехали за границу, денег не дают,
банкротство закончится. Уже заказы от крупных компаний Казахстана, в том числе от Министерства, Бахтияр Даркеев, 7 канал. Продолжение темы. Министерство индустрии и новых технологий включило Восточно-Казахстанскую область в перечень регионов с низким потенциалом готовности к отопительному сезону. Какие меры предпринимаются или будет ли к началу отопительного сезона у людей тепло в квартире? Я понял, Бахтияр. Ну, во-первых, чтобы этому вопросу ответить конкретно, буквально недавно я был в городе Семей. Это идет речь о Семее. Все объекты согласно графика. Идет вопрос подготовки к отопительному сезону, и к 15 октября население города Семей получит тепло. В прошлом году серьезных аварий в Семей не было. Я думаю, что в этом году будет такая же ситуация. Что касается некоторых котельных, согласно графике, все объекты будут готовы к отопительному сезону. Восточный Казахстан является наиболее в климатическом плане суровой зима по всему Казахстану. Жалпы тарихты жаңғыртуға байланысты облыста қандай шаралар жасалып жатыр? Менің ойымша, қазіргі мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес мемлекет қатысының жасап жатқан тарихты жөніндегі бағдарламасы өте дұрыс. Тарихты білуіміз керек. Қазақтың мың жылдық тарихын бүкіл дүниесі білу керек. Сондықтан біздің соңғы кездегі өткізіп жатқан іс-шараларымыз, әсіресе Алтай түрік әлемінің алтын бесігі деген соған арналған, тарихтан жақсы білесіздер, 30-ға жуық түрік тілдес халықтар бар, соның негізгі сөзінен шыққан. Сіздің сұрағыңызға байланысты жақында осы қауымдастықтың бірінші орынбасары Талғат Мамашев осындай ұсыныс жасады. Қазақтың құрылтайын келесі жылы шығысты өткізу жөнінде біз оны қабылдадық. Ары қарай басшылықтан рұқсат қолдау болатын болса, біз өткіземіз. Рахмет. Келесі сұрақ. Астана Ақшамы газетінен Асхат. Жылдың басында сіздің «Қарындаш пен басқару» атты мынандай кітабыңыз шықты. Осындағы бұл кітапта өзіңіз басқарып отқан өңірдің тыныс тіршілігі, бүге шүйесінде негізгі тегжейлі қамтылған және инфография секілді жаңағы сызбалармен жаңашылдық үлгіде жақсы жазылған және әдемі келтірілген. Осын айтқым біледі. Енді мен қоятын сұрағым, осындағы қарындаш пен басқару термин сіз енгізген термин ретінде қабылдауыңызға бола ма? Бірінші. Екінші, осы кітап көпшілік оқырманға әлі тарала қоймаған. Көп оқырман бұл кітап жөнінде бейхабар. Оның қандай жерлерін сатып алуға болады, қандай жерлерін алуға болады? Және осы кітап жөнінде өзіңіз қысқаша айтып өтсеңіз журналистерге. Менің ойымша, әрбір басшының өзінің бір тәсілі болу керек. Менің тәсілім қарандашпенен басқару. Күндегі берген өзімнің тапсырмаларымды сол қаламменен жазып отырам. Одан кейін ертең оны сұраймын. Кітап бар, оны енді біздің баспасөз хатшылығы арқылы алуға болады. Тегін таратылады барлығына. Рахмет. Келесі сұрақ. Здравствуйте, Дулат Балдиев, агентство Хабар.
как будут распределяться выпускники Семипалатинской медицинской академии? Очень хороший вопрос, но я сделаю немножко поправку. В целом по области на сегодняшний день нехватка медиков 370. В том числе по городу Усть-Каменогорск, где-то, по-моему, около 150. Как мы решаем эту проблему? Я уже об этом тоже сказал. Ну, во-первых, мы заключаем соответствующие договора с Симбирским медицинским университетом. Второе, специально открыли филиал в городе Усть-Камен. И третье, конечно, надо создать этим молодым специалистам соответствующие условия. То есть, в первую очередь, надо обеспечить жильем. Для этого я тоже сказал, в Усть-Камене строятся две общежития, которые будут в первую очередь выдаваться именно медикам. И, конечно, другие материальные условия, то есть социальный пакет. Наш социальный пакет. Году проблему нехватка медиков мы должны решить. Для этого возможности есть. Рахмет, Кирисрок. Садыбек Түгель, Алтық құндылықтарға арналған республикалық ғылыми танымдық қазанат журналының бас редакторы. Құрметті Бердібек Мәшбекұлы, сіз облыс әкімдерінің ішінде бірінші болып жол бастап, бүгін баспасөз мәслихатын өткізіп отырсыз. Жолыңыз ашық болсын деймін. Осы таяуда ғана 21 тамызда «Өсе бер, өрле бер» шығыстым атты менің шығармашылық кешімді жақсы ұйымдастырып, жоғары деңгейде жақсылап өткіздіңіздер. Сіздерге көп рахмет айтамын. Бұл біздің журналистикаға, әдебиетке деген қамқорлық деп бағалаймын. Ал енді сұрағым, 30 жылдары Бейімбет Майлин ағамыз айтқан ғой, «Гүлден сауыл, гүлденіміз бәріміз» деп. Мынау сізге келгелі шығыс өзі жаңадан түлеп, оңды өзгерістер көп, облыс жақсы қарқынды дамып келеді. Соның ішінде өткізіп отырсыздар. Соның қандай жолдары бар, қандай бағдарламалар осыған қосылды, сол жөнінде білейін. Рахмет. Оның барлығы өзіңіз айтқандай, біріншіден мемлекеттің көмегінің арқасында, мемлекеттік бағдарламалардың нәтижесінде, екіншіден елбасының берген тапсырмасы бар. Ауылдарды көгертіп, көркейтуіміз керек. Оған сол жергілікті кәсіпкерлерді, азаматтарды тартуымыз керек деп. Жаңағы өзіңіз айтқан ондағы мақсатымыз мына әкімдерге көрсетуіміз керек. Міне көріңіздер, мына ауданда қандай жұмыстар істеліп жатыр, мына ауыл қалай дамып жатыр деп. Мысалы, анау жұмыспен қамту бағдарламасы тірек ауылдарын дамыту жөніндегі өткізілген форум өкімет бастығының орынбасары Орынбаевтың, біраз министрлердің, барлық облыс әкімдерінің орынбасарларының қатысуымен оны біз бірінші рет ауылды өткіздік. Көкжайық деген Көкпект ауданының ауылы. Сондағы мақсатымыз ауылды көрсету. Ауылды дамытудың, менің ойымша, бір жол жаңана көрсеттік қой біз, туған елге тағзым. Мысалы, сол туған елге тағзым. Бұл жұмыс сол мемлекеттің демеушілердің қолдауымен әрі қарай жалғасады. Ауылды көгертуіміз керек. Рахмет. Кесірақ. Сұңғат Әліпбай, Егемен Қазақстан. Мен де Шығыс Қазақстан облысынанмын. Елге барып жүргенде шынын айту керек, сізге деген халықтың ризашылығын байқаймыз. Соның ішінде әсіресе өзім әріптестерім, журналистер қауым өте бір қажырлы, шаршамайтын адам. Ел аралаған кезде бір іс шаршап қаламыз. Оқсы шаршамайды деп айтқан талай естідім. Енді сұрағыма келетін болсақ, және Сәдібек екеміз бір-бірімізді аузымыздан түкіріп қойған сияқты.
жүрегімін. Өйткені мұнда ауданның табиғи даму мүмкіндіктері өте мол. Ар жағында Майқапшағай кедені тұр, өзінің мұнайы бар, газы бар, көмір өндіріліп жатыр. Жалпы ауданның қазіргі бет бейнесінің өзі мына Зайсаннан байқауға болады, өте бір тамаша құлпырып күлденіп кеткен. Бірақ менің ойымша бұл ауданға бір басқа недерге қарағанда бір жеке бір көзқараспен қарау керек сияқты. Сіздерде тірек ауыл деген бар ғой. Менің ойымша бүкіл Зайсанның дамуына келетін болсақ, жаңа газды айтып қалдыңыз. Бірінші рет Зайсанның тарихында газ шығып, бұйыртса өкіметтің қолдауы менен, көмегі менен бірінші қазанда Зайсан ауданының тұрғындарын, Зайсан қаласының тұрғындарына газ береміз. Одан кейін кезекте 9 елді мекенде. Майқапшағайға байланысты. Майқапшағай жөнінде қазір біздің үлкен келісімдеріміз бар. Бізді Қытайдың трактілер көп, соларды сол жерде жинау көрек шығар. Оның кейін оны біз арғарай өзіміз Зайсанда болсын, Тарбағатайда болсын, басқа аудандарда, қалаларда шығаруымыз керек. Жалпы біз жақында өкіметке ұсыныс жасадық. Мемлекет басшысының берген тапсырмасы бар. Шекаралық елді мекендерді дамыту жөнінде. Қазір өкімет арнайы бағдарлама қабылданып жатыр. Ол дұрыс сұрақ, соның ішінде Зайсан да, Күршім де, Тарбағатай да, Үржар да, басқа да аудандар кіреді. Рахмет. Спасибо. Благодаря пресс-конференции, она же первая, я потихоньку начинаю узнавать, кто с какого региона журналистов. Нұрлыбек Досбай, Бақ-кз ақпараттық порталынан. Президенттің өзі жиі айтып жүретін бір мәселе бар ғой, үнем мәселесі. Осыған қатысты мына Шығыс Қазақстан облысы термо жаңғырту жобасын алғашқылардың бірі болып қолға алған болатын. Жаңа баяндамаңызда осы жайлы аз тоқталып өттіңіз. Мүмкіндігінше өзге облыстарға үлгі болатындай, үлгі ретінде кеңірек аталып айтып берсеңіз осы туралы. Түсіндім. Бұл енді миллиард киловатт энергия жетіспейді. Біз соны өзімізде шығару үшін судың, желдің мүмкіндігін пайдалануымыз керек. Қазақстанның 60% су запастары ол шығыста. Сондықтан қазір біз 12 компаниямен жұмыс істеп жатырмыз. Бірінші компанияның жұмысы Зырян ауданы тұрғысында басталды. Ол шағын ГЭС 24 мегаватт электр энергиясын береді. Оған сол инвесторлар 49 миллион евро ақша салады. Дәл сондай бізде тайынтыда желді пайдалану жөнінде салынып жатыр. И одан кейін біз мынау жылды да пайдалануымыз керек. Күннің сәулесін пайдалануымыз керек. Сіздер білесіздер, жақында елбасы онда болды. Мынау Қазатомпром акционерлік қоғамы мына күн батарейлерін шығару жөнінен пластинка мына Астанадағы завод негізгі пластинканы сол Өскемендегі заводтан алады. Ол завод бұйырса осы қараша айында іске қосылады. И одан кейінгі ең негізгісі біз қазір әсіресе мынау бюджеттік мекемелерге мынау диодовый лампа дейміз, соны қойыңдар, содан кейін жаңағы мынау счетчиктер қойыңдар. Шын жалпы бір ауыз сөзбен айтқан кезде барынша алып атқан коммуналдық қызметтерді шығынын үнемдеу азайту. Рахмет. Келесі сұрақ. Саламатсыз. Сіз сұрақ қоярдың алдында, я бы хотел попросить на уважаемых коллег с регионов, представителей средств массовой информации, в частности, Восточно-Казахстанскую область, чтобы то
шаралар қолданып жатыр. Біріншіден, алпысың деген мәлімет дұрыс емес сияқты. Менің мәліметім бойынша 6000. Былтыр алдыңғы жылы 700 миллион долларға салынып ашылды. Сол жерде мынау завод, серный кислота заводы ашылды. Дәл сондай жұмыс мына біздің Ульба металлург заводында, содан кейін титановый магний заводта. И ең негізгісі, біз қазір сол заводтардың қаржысыменен орталық құрдық. Ол орталық сол негізгі заводтарда, одан кейін қай жерде мынау ауа бөлінеді, сол жерге датчиктер қойған. Сол арқылы мынау онлайн режимде әрбір тұрғын біздегі ауаның ласты қандай екендігін білуге болады. И одан кейін мына ауаны ластайтын тек қана кәсіпорындар емес, ол мынау көліктер, сосын кейін мынау жаңағы шағын бу қазандықтар, олармен де жұмыс жүргізіліп жатыр. Содан кейін біз мынау шетелдің мүмкіндіктерін де пайдаланамыз. Мына дүниежүзілік банкпенен Өскеменде бір үлкен жоба бар, 69 миллион доллар тұратын, оның үштен бірі өкіметтен қаржыландырады. Ондағы мақсат мынау Ертістің суын тазалау. Жалпы бұл енді біздің ең негізгі сұрақтарымыздың бірі, бақылауда кәсіпорындармен бірге жұмыс жасап жатырмыз. Очень важный вопрос, можно на русском, по экологии? По экологии действительно очень серьезный вопрос. Конечно, в советские времена основные заводы, особенно металлургии, были построены на территории города Усть-Каменогорска, начиная установлено соответствующее оборудование, которое наименьше делает выбросы. Кроме того, построен новый серно-кислотный завод. Такие же работы по отношению установки новых приборов и оборудования внедряются в Ульбинском металлургическом заводе, титано-магниевом заводе. Что касается транспортных средств, совместно с департаментом экологии, транспортного контроля, мы проверяем все транспортные средства, то же самое по отношению к котельных. И такая же работа проводится по отношению строительства очистительных сооружений, по отношению чистки воды. Например, совместно с Всемирным банком сейчас внедряется проект стоимостью 69 миллионов долларов, 1/3 софинансирована со стороны правительства. Сейчас этот проект уже начинает работать. То есть совместно с руководителями предприятия, контролирующих органов, мы принимаем меры. И самое главное, мы построили региональный центр мониторинга, где ведется в онлайн-режиме постоянный контроль над состоянием воздуха города, где могут получить доступ или там данные любой житель. Ұстаздардың жанайға десек те болады, себебі ОБТ-дағы көрсетілетін көрсеткіш бұл негізгі білім беру жүйесінің нақты көрсеткіш емес деген пікірде олар. Себебі оқу жылы аяқталар кезде көршілес Ресейден жоғарғы оқу орындарының өкілдері келіп, жақсы оқитын оқушыларды өздерінің білім гранттарын беріп, Ресейге алып кетіп жатыр. Одан кейін олар оқу оқығаннан кейін сол жерде өздерінің жұмыстарын тауып қалып қояды. Демек, келісім шарттар арқылы қайтадан елімізге қайтып келіп жатыр. Бұл шара болған байланысты қандай шара қолданасыздар? Айтқаныңыз өте дұрыс. Енді ұлттық тесті туралы ол енді жалпы біздің мемлекетімізде қабылданған іс-шара, соған байланысты білімнің сапасын анықтайды. Сондықтан біз оменен келісуіміз керек, сол бағытта жүруіміз керек.
енді Ресейге байланысты, ол енді біздің енді ол тарихи қалыптасқан жағдай, әрбір азаматтың правасы бар, қай жерге барып оқиым, қай жерде тұрам, қай жерде жұмыс істеймін деп. Бірақ жаңа сіздің айтқаныңыз дұрыс, мысалы спортсмендер сияқты. Егер спортсменді Қазақстан дайындаса, ол ертең Ресейге, не болмаса Америкаға, Қытайға кетемін десе, оменен шап жасалынаттағы жұмсалған шығынды қайтып береді. Біз қазір біздің тиісті органдар арқылы осы жұмыспенен айналысып жатырмыз. Рахмет. Келесі сұрақ. Сәлеметсіз бе, Астана телеарнасы, Айжан Раясқызы. Кеше ғана біздің арнамызға берген сұхбатыңызда кез келген қиянқы, қисық сұрақтарға жауап беруге дайынмын дедіңіз. Осы сөзіңізді ескеріп, мен өзім мына көктем кезінде Өскемендегі шығыс ауылында, яғни біздің қандастарымыз жиналған ауылда біраз кикілжіңдер болған болатын, елді дүрліктірген, жол жабылып, ел ішін дүрліктіріп сондай. Енді менің сұрайын дегенім, оларға көптеген электр желісі бойынша қарыз сыңдар деп жүктелді 700 миллиондай. Сол үйлерді қайта салу немесе тағы да сондай жағдай қайталанбас үшін не істеліп жатыр? Әкімдердің негізгі жұмысы халықпен бірге болу, халықтың арасында аласы да құласы да болады, бәріне жағу мүмкін емес. Сондықтан сіз айтқандай жаңа құйтырқы сұрақтар болады. Біз оған үйренгенбіз, оған көнеміз, оған жауап беруге, сондағы айтылған кемшіліктерді орындауға біз міндеттіміз. Шығысқа байланысты мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес нұрлы көш бағдарламасы бойынша ол ауыл салынған 600-ден астам үйлер. Әрине, солында салған медігерлердің жұмысының нашарлығынан деп айтуымыз керек. Кейбір үйлерде проблемалары бар, ондай 67 үй. Қазір сол медігерлердің өздерін шақырдық, өйткен себебі олардың гарантиясы бар, сол үйлерді олар жөндеп жатыр. Жалпы ол шығыс ауылының тұрғындарының барлық мәселесі біздің әрдайым бақылауымызда. Ең бірінші жұмыспен қамтамасыз ету, балдарын оқыту, үйлерінің жағдайын жасау. Жылу беру, жарық беру, басқа беру. Бірақ бір жерде бір мәселе бар. Ол мынау пайдаланған коммуналдық қызметке ақы төлеу. Барлық адам ол оралман бола ма, ол басқа бола ма, жарықты пайдаландың ба, ақшасын төлеуің керек. Бірақ бұл жерде сондай сұрақтар бар. Біз қазір енді оның барлығын шештік. Еткен себебі арнаулы жұмыс тобы жұмыс істеді, барлығыменен кездесті, түсіндірілді. Қазір ол төлемеймін деген ешқандай адам жоқ. Әрине, тұрмысы нашар, көп балалы жанұяларға біз көмектесуіміз керек. Бюджеттен болсын. Әбдірахманқызы, 24 кезе телеарнасы. Сіз жаңа өз сөзіңізде айтып өттіңіз, қазір егін алқаптарын біз көбейту жатырмыз. 1 миллион 300 гектарға дейін жетті деп. Ал енді сол егінді жинап сақтау мәселесі қазір қаншалықты шешіліп жатыр? Егер орай дұрыс болатын болса, біз оны дергезінде төкпей шашпай жинап аламыз. Егер жаңбыр көп болатын болса, біз мынау орысша сушилка дейді, қазақша кептіргіш дейді. Кептіргіштер бізде 100-ден астам облыста бар. Өйткен себебі біз 2010 жылы бұны көргенбіз. Сондықтан егер олай болатын болса, сол кептіргіштер арқылы жаңағы дәнді кептіріп, сонкен ары қарай біз оны пайдаланамыз. Почему? И неужели вы не находите других рычагов воздействия? Может быть, вы считаете, что это лучший? Я считаю, для любого руководителя самый лучший метод контроля – это смотреть своими глазами, пощупать своими руками. Вот тогда будет эффект.
вот это вот проблемы, особенно по отношению строительных объектов школ, это все выявлены в результате вот этих поездок. Я вышел с предложением и просьбой. Материально-техническая база, к сожалению, иногда попадают недобросовестные подрядчики. Вот в результате. Сейчас мы совместно с правоохранительными судебными органами, особенно по отношению четырех подрядчиков, миллиард 800 неизвестно куда ушли и так далее. Я могу для вашего сведения сказать, напомнить, что там было. Эта больница последние 20 лет ремонта не видела, и она была в аварийном состоянии. Есть решение комиссии, соответствующего института и органов и так далее. Мы вышли с просьбой, с предложением правительства республики. Правительство из резерва выделило 1 800 миллионов тенге, мы дали хорошему, тогда он был сейчас он нормально работает, стройка идет. Все деньги на месте, по тем деньгам, где есть недостаток, будут приняты соответствующие меры со стороны правоохранительных и судебных органов. Сейчас мы перед подрядной организацией поставили задачу до конца года основные корпусы этой больницы завершить. Та же самая ситуация по отношению аварийных школ. Здесь тоже, я уже сказал, меры принимаются, они будут построены. Мы не допустим растранжирование государственных средств. Вот видите, журналистам не угодишь. Если контролируешь, то говорят, почему контролируешь? Вот, да, если не контролируешь, то тоже. Рябченко Олег, Деловой мир. Скажите, пожалуйста, как в регионе проходит программа реализации развития моногородов? Сколько рабочих новых мест создано? Сколько предприятий открыто в регионе? Олег, я уже в своем выступлении сказал. Эту программу от нашей области включены 4 города. Там 8 проектов, только в прошлом году были открыты 800 рабочих мест, в этом году эта работа будет продолжена. Переработка отходов. Бизнеса именно в сельском хозяйстве Восточно-Казахстанской области. Если... Кассад нужно было пригласить акима Восточно-Казахстанской области, чтобы Блумберг у нас участвовал на пресс-конференции. Поэтому, как было сказано президентом нашей страны, мы должны привлекать инвестиции. И в том числе китайские инвестиции. Что касается Уржарского района. Уржарский район – это самый... Где он без вахтша, она Китайга беріп, пайдаланбаймыз, пайдасын өзіміз көрмейміз. Там будут работать наши люди, получим мы дополнительные деньги и так далее. Это
это самое, они построили перерабатывающие предприятия. Я говорил вот по отношению развития таможенного поста Майгапши. Сейчас сначала сделать, а потом уже дальше самим делать. То есть мы считаем, что целесообразно, экономически выгодно привлекать китайские инвестиции. Так, следующий вопрос. Это минеральные сырья для развития, работаем вместе с областью Усть-Каменогорск. Усть-Каменогорск, это мы отлично знаем, является пилотной регионом. Мы с удовольствием вместе с вами в дальнейшем и будем работать и развивать вот это дуальное профессиональное образование. Я считаю, будет казахстанское дуальное профессиональное образование в таком духе. Спасибо. Спасибо. Вы правильно заметили, мы в неплохих отношениях с нашими германскими друзьями, партнерами, особенно с Баварией, с Мюнхеном. Наши ездили, мы ездили. Проекты есть. Что касается дуальной системы образования, вы правильно заметили, мы в прошлом году совместно с нашими немецкими партнерами, норвежскими, это поручение президента, подготовка кадров у нас в Казахстане должна производиться на основании договоров, заключенных между работодателями и учебными заведениями. Тогда мы в Евразии бірінші арнасы және көлік министрлігінің жоспары бойынша 16 жылы біту керек. Енді мынау жол Мархакөл, Алакөл, егер Рахманға дейін 37 шақырым жол салынса, онда нағыз туризм дамиды. Ал енді ішіміздегі, мысалы, маған өткенде бір журналистер сұрақ қойды, мынау бізде Бұқтырмада Голубой залив деген жер бар. Сол жерге кісілер көп келеді, әсіресе мынау сырттан, Ресейден соның жолын неге істемейсіздер деп. Біріншіден, оның жолын біз былтыр бітірдік, 8 шақырым бәрін асфальттадық. Екінші, анау жаңа Бұқтырма жағынан келетін жолды да биыл бітірдік. Дәл сондай Алакөлге баратын жол, оның анау ар жағындағы Бақтыдан келетін жолын бітірдік, енді мынау Үржардан келетін жолын бұйыртса биыл бітеді. Жол деген енді үлкен мәселе,
егер алдымызға қойылған жоспар орындалса, мен ойлаймын, 16-17 жылдары Шығыс Қазақстан облысының жолдары дұрыс болу керек, и келетін туристер, и ең негізгісі инвестиция көбейеді. Рахмет. Если больше нет вопросов, то у меня тоже есть вопросы. Регионы. Өскемен, Талдықорған, Қостанай, Қызылорда. Есть уникальная возможность задать его Акиму. Акиму вопросы нет, да? Все стесняются, боятся, наверное. Нет, никто не боится. Говори, говори. Здравствуйте. Пожалуйста. Павлодарское областное радио. Да? Вот в июне месяце текущего года состоялся форум 4 областей. В первую очередь интеграция с нашими соседями, то есть внешним миром. Мы предлагаем с согласия президента, с его поддержкой, интеграцию внутри Казахстана. Особенно Восточно-Казахстанской области. Поэтому мы должны заранее быть готовы, заранее должны принимать соседи, сколько они импортируют остальное. Это интеграция касается не только экономики, интеграция касается и других сфер, то есть социальной культуры. Артек же был же, и вот это мы и хотим, чтобы дети между собой общались. Это же очень полезно для детей. Поэтому мы видим. Группа ежемесячно, наши заместители будут собираться, смотреть, как выполняется те пункты, которые заложены в этом плане мероприятий. В конце года мы должны уже дать отчет правительству, что дает и как реализуются все пункты по отношению развития интеграции между четырьмя областями. Рахмет, еще есть вопросы с регионов? Какая средняя зарплата в области? На сегодняшний день 89 тысяч тенге. Растет. Каждым годом минимум на 10-15% растет. Объем иностранных инвестиций в области? Объем иностранных инвестиций составляет 2,3 миллиардов долларов. Ежегодно? Нет, за 6 месяцев, я говорю. А в прошлом году? Ежегодно у нас где-то около 4 миллиардов, 4-5 миллиардов. Ежегодный рост тоже где-то, у нас самый высокий рост по отношению инвестиций. В прошлом году было у нас, по-моему, 18%, где-то надо посмотреть, 18%. Главный инвестор? Главный инвестор, ну, во-первых, я уже говорил, сами предприятия, то есть наш частный сектор, это где-то 63%, и где-то 23, что ли, или 24% это иностранные инвесторы. Мы на сегодняшний день сотрудничаем около 90 странами мира, начиная с страны Таможенного союза, Китай, Европа, Америка, Азия, ну и так далее. Из таблицы Менделеева сколько у вас? Ну, почти 100% таблицы Менделеева находится на территории Восточно-Казахстанской области. Здесь есть один вопрос, который волнует особенно жителей Зырянского района и некоторых наших
бывших земляков по отношению запасов. Вот то, что вы задали вопрос, запасов полезных ископаемых. Многие говорят, что вот через 10 лет в Зрянском районе запасы полезных ископаемых закончатся. Нет, это мы над этим работаем. В первую очередь работает Касын. Касын ежегодно примерно около 2 миллиардов тенге выделяет на проведение. Чтобы найти дополнительные источники, где можно было бы извлекать сырье для того, чтобы работали те фабрики, которые работают в первую очередь на территории Зрянского района. То есть мы считаем, что с учетом тех мер, которые принимаются Касынком и правительством, серьезных проблем не будет в Зрянском районе. А Байтану как относитесь? А Байтану относится очень хорошо. Мы благодарны тем, кто это нас поддерживает. Во всех наших школах Абайтану жүргізіліватыр. Қанша дегенмен Абайынды біздің жерлесіміз. Сондықтан біздің ойымызша бұл мәселеде Шығыс Қазақстан облысы барлығына өнеге көрсету керек. И этим блиц-опросом мы завершаем. А еще есть, да? Сұрақ болсын болу, на кешіріңіз. На Ақсуат өңірінде ет мал өнімдерін жалпы сатуға шектеу қойылған болатын, карантин жарияланды. Сол шектеу қашан алынады? Біріншіден бізде ол карантиндер алынған, бізде бруцеллез, содан кейін яшур деген аурулар болды. Оған қарсы біз тиісті іс-шаралар жүргіздік. Қазір оны карантин алынды. Мен жаңа айттым ғой, мынау Шыңғыстау жәрмеңкесін өткізгендегі мақсатымыз да сол. Мынау Ақсуат Тарбағатайдағы бір үлкен проблема, мынау малды алыпсатарлар алып кетеді арзан бағаменен. Біздің мақсатымыз алыпсатарлар арзан бағаменен алмасын, ертеңгі сол малдың өнімін кім өңдейді, солар дұрыс бағамен алсын деген. Рахмет. Өскемен. Восточный Казахстан. Түрлі-түсті металдың бағасының төмендеуі байқалады. Ендігі сеніміміз осы алтын кенін өндіруде болып тұр. Осы алтын өндіретін кен орындары жалпы алтынды өндіретін қандай жобалар келешекте жүзеге асырылмақ, жаңа өндіріс орындар ашыла ма? Түсінікті. Рахмет. Енді Серікке Өскеменден маған сұрақ беруге болар еді, басқа өңірлер сұрақ қойсын деп. Енді сұрақ қойғаннан кейін жауап берейін. Әрине, бұл өте күрделі маңызды сұрақ біздің өңір үшін. Өкінішке орай қазір тек қана түсті металдардың емес, алтынның, күмістің бағасы 10-11%-ға төмендеп жатыр. Бұл енді жалпы сұранысқа байланысты. Бірақ біздің негізгі кәсіпорындарменен әрдайым жұмыс жасаймыз. Мынау бізге керегі жұмысшылардың санын азайтпау, жалақыны төмендетпеу. Ол жөнінде жұмыс бар. Біздің енді болжамымыз бойынша, мынау осы айдан, келесі айдан бастап, түсті металдарға, оның ішінде алтын менен күміске баға көтеріле ма деген. Ал енді оны өңдейтін кәсіпорындардың қалай шығып отқанын сіз білесіздер. Біз үшін ең үлкен кәсіпорын ол, мынау Бақыршықтағы алтын өңдейтін кәсіпорын. Қазір енді ол кәсіпорынның басшыларыменен біз енді жұмыс жасап жатырмыз. Өйткені оның технологиясы алу өте күрделі, сол қалай шешіледі, одан кейін ол кәсіпорында іске қосылады. Үлкен рахмет. Осымен бітіреміз. Өскемен сұрақ қоямыз, сосын неге мен айтайын бір ауыз. Әрине. Барлық журналистерге, орталыққа үлкен рахмет. Біріншіден бізді бірінші шақырып, облыстың жағдайын журналистер арқылы бүкіл Қазақстан халқына жеткізуге мүмкіндік бергізгендерің үшін.
журналистерге рахмет, баз сұрақтар қойдыңыздар. Сіздің қойған сұрақтарыңыз біздің кемшіліктерімізді жөндеу үлкен көмегін тигізеді. Я хочу поблагодарить всех журналистов и центр. Которых, к сожалению, иногда мы не обращаем или там забываем. Вот путем вот таких встреч мы о них вспоминаем и принимаем меры для того, чтобы их не допустить. Так что большое спасибо. Үлкен рахмет, бәлкен дұрыс.